Так, засмеялся, подписался, лучшие приколы, 360 секунд смеха с Балтимор. Балтимор или Балтимор? А как правильно, Балтимор или Балтимор? А? Напишите в комментариях. Блять, вот это жиза. Балтимор, а, нормально. Ты совсем перестал уделять мне время. За последний год даже в кино ни разу не сводил. Я провел год в плену. Вечно у тебя отговорки. Мне бы руку отрубили. А ты, я смотрю, все продумал, подлец. Выплескивать своего внутреннего долбоеба навстречу приключениям. Так вот просто, знаете, как Супермен, как Кларк Кент срывал себе рубашку, там знак S, а там знак D. Дебил такой. Как они так сделали? Снежка у него, блядь. Все, тебе отработали и отдали, ты выложил на Patreon. Деньги тебе отдаю за эти фотки, за доступ к фотографиям. И вот сидит кто-то на тебя, извините меня, дрочит. Как же вот тяжела жизнь все-таки вот стримерш. Вот господи. Представляешь, реально? Я вот только сейчас задумался. Сколько ж на них пеструнчиков-то, а? Ежедневно гоняется. Господи, девки, держитесь. Мы с вами, блядь. Да! Да! Стоп, да! Я говорю тебе, good да! Мисс, мы на... Блядь. На нахер. Просто молча. Да посмотрите, какой я жирный, сука, урод. К тому же я еще и нищий. Я нищеброд. Эпидермис, спидран, спидар, ступи дорогу. Да он, блядь! Осуждаю! Так, это просто правило, кто не знает, ребят, на Ютубе, на Твиче правило. Везде есть, где словосочетание, упоминающие меньшинства, так скажем, наши. Ну, этих, которые... Вот этих вот, вот, как бы там, да, там очень строго с этим, там, если ты вовремя не отреагировал, то можно нахуй на 3 месяца улететь сразу, вообще сразу, просто прям улетаешь. Знаете, я говорю, я порой реально вот думаю, что если, короче, показать в камеру член, то меня не забанят, потому что скажут, ну, как бы, одобряй, одобряй. И если сразу признаться, хе-хе, я, да, тот самый, да, алло, военкомат, да, я в жопу долблюсь. То есть там сразу скажут, молодец, 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 красиво, красиво, молодец, все правильно делаешь, молодец. А вот если только где-нибудь там маленький там тетюлечка там где-то проскочила, бан, блядь, пермач, на нахер, сразу. Наши приятели из 1Х, которые славятся сам... Бывает, бывает, ну давай. Ля какой, лежит. Сука, жалко кошечку. Пеннивайз, Пеннивайзина. Там, правда, по-другому говорится, но ничего. Хочу, чтобы мне плохо было. Чтобы один мне раз, было кстати, за всю жизнь вот с этих вот. Да? Ну, значит, я убираю наказание. С автоматов один раз. We can get to car right now. Ай, прям захотелось сказать. Как скажешь. Ты хуйло, сука, мог на... СНГ комьюнити под их. What the f... You want penis enlargement pills? Не понял, как он... Ёб твою мать, что это такое было? Russian Invoice чат, блять. Мне кажется, они что-то задумали.
как помнишь, когда папка только вышел в самолете, микрофон прям размьючиваешь, а там сразу звуки ада. Малой пошел. Запускай. Нарисуй меня. Ты зачем против света нарисовал? Я моргнула. Ты мне голову обрезал. Перерисуй. Данюк, пойдем на проверку, я тебе не доверяю. Ебать! Я полетел, пацаны, пока! Я полетел, пока! Что за хуйня? Постапокалиптические кино, в которых нельзя что-то делать, чтобы выжить. В тихом месте нельзя шуметь, в птичьем коробе нельзя смотреть, в России вообще нихера нельзя. Начинается файт, в ходе которого зомби сосут, а мы едем дальше по своим делам. Похуй. Здесь... Тебе будешь бы рабынь сексуальных, чтобы не на шесте трясли булочками перед тобой. Звучит неплохо, на самом деле. На нахер! Да ты представляешь, вот если ты даже захочешь это сделать, что с... Ра-ба-ра-пам. Нормально. Годно тоже был, Тимур. Молодцы. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел и лайк поставил, и на канал ты подписался. Красава, удачи, братан, встретимся в следующем видеоролике.